Это Адриан. Мой брат. Мой Шурин. Месяц назад у твоих родителей я попросил его произнести тост на нашей свадьбе. Мелочь, а приятно. Ну, хоть какой-то подарок. Что? Тост. Вот это подстава с его стороны. Мне кажется, он немного разнервничался. Все же такая честь. Он вообще стеснительный. Стрессанул слегка. Счастья, здоровья, ненавижу свадьбы! Не очень слегка, честно говоря. За ужином он пожелал нам много всего. И не самого доброго. Например, скоропостижной смерти. Лишь бы тост не произносить. Глупо с его стороны, тогда бы ему пришлось выступать на наших похоронах. Свадьба веселее. Ну да. Тост. Вот дурачок. Мы любим Адриана. Очень. Скоро в кино.